Всем золотого нетра, друзья, с вами я, Аза, и сегодня я проведу хаус-тур по моему дому. Думаю, давайте начнем с того, что я уже сижу на гамаке, который недавно, кстати, купили. И мы начинаем с того, что заходят такие ворота, и большой... Здесь у нас лежит... щебенка для ремонта на первом этаже. В принципе, ничего новенького. Блин, солнце. Здесь туалет, ну вы его знаете. Его и так уже все знают, его все видели бы, так что не волнуйся. Видимо, он попал один раз. Здесь у нас буржуйка. Так, идем дальше. Что у нас тут? Это у нас вишня, да? Что это за дерево? А, это виноград. А это у нас, кстати, фундук. Кстати, где он? Во, фундук, вот, растет. Кстати, красивенький. Идем дальше. Лестница, которая нафиг не нужна. Кстати, давай выкинем ее, а? Ну, сзади отнесем. Вода бесплатная. Вода платная, в бочонке. В большом бочонке. Только 750 литров. Покажу, успею. Так, здесь у нас идет стройка. Так, беспорядок. А, еще бы найти тут, где свет включать, вот. А, тут лампочек нет, ладно. Здесь бетон. Бетончик. Здесь у нас обваливается потолок, скоро рухнет, кстати. Возможно, старая мебель со старой кухни. Потом покажу новую кухню. Здесь у нас новая комната, здесь я хотел делать студию, но у меня ее конфисковали под комнату. Шкаф, который нахрен никому не нужен, который надо выкинуть. И новое место. Новое место у нас, ну как новое, очень старое место, это у нас наподобие склада. Всякого говна дерьма. Ладно, идем дальше. Идем в огород. Блин. А, все болит. Вот, мы входим в огород. Тут очень мокро, тут трубы, тут обваливается, блин. Так, здесь раньше была трубня, кстати, очень вкусная, но ее срубили. Это у нас что? Это у нас персики, по-моему, или сливы. Персики или сливы. Кстати, вот здесь я снимал Water Challenge. Сильное солнце было. Это сливы, кстати, скоро соспеют. Надо попробовать будет. Так. Еще слива, еще слива, еще слива, еще слива. Сколько слив? Так, здесь надо все убрать, кстати. Дети разожгли костер, блин. Все почти погорело, к твоей бабушке. Здесь сарай. Сарай как сарай, все раздолбано, все в говне. Это, кстати, что? Это линолеум какой-то. Сарай, здесь коровы стояли, в принципе, когда-то. Но у меня тут жили курицы лично. И второе помещение в сарае. Только оно отдельное, блин. Вот здесь, по сути, курятник. Ну, почему-то у меня там был. Здесь, там. Здесь, там. Ну, пофиг, короче. Идем дальше. Здесь у нас вишня. Кстати, она почти созрела, по-моему. Так, это моя бутылка. Ай, крапивы куча. Надо все покосить. Так, вишня, вишня. Блин, она уже испортилась. Вон там маленькая. Ау, собрали, испортили. Кстати, а вот там, блин. Если я сейчас проберусь. Это старая печка, мне пекли лаваши. Вот там, только она заросла. Ее хотят сносить. Мой дед хочет ее снести, потому что она уже нафиг никому не нужна. Вот эти кусты надо срубить, нафиг они нужны. Так, что это за дерево? Пуф, блин, паутина. А это грецкий орех? Нифига себе, они такие. А, они в скорлупе, короче. А, нафиг нам варенье. Тарелка. Шиповник. Изил. А фиг знает, что это. А вот инжир. Кстати, он почти соспел, да? А, он зеленый.
должен был быть бордовым. Ясненько. Ну, персики я сказал. Ну, потому что это этот. Я сказал. Кстати, она что, заново растет? Да. Где же ее срезал? Ну, я знаю, но где же ее срезал? Мою любимую дерево срубил. Яблоня. Сколько яблонь? Тут сливы, я не знаю. Вон сливы, куча. И тут сливы. Везде сливы. Вон там, это есть вишни, вон там еще есть, там немножко видно. Ну, ты все вишни собрал, да? Нет, не там вишни. А потому что вон там нету. А там не вишни, там тересы. Вишни вон там. А. Вишни. Ну там она то ли высохла, то ли что. Переспела уже, все, вишни нету. Блин, он, жалко. Вон яблоки уже нет. Не знаю. Ладно, идем дальше. Дом трехэтажный, сделан только второй. Я убрался, что ты хочешь? Здесь не волнует. Так, заходим на второй этаж. Есть третий этаж, только он недостроенный немножко. И как и первый. Ладно, заходим. И нас встречает собака. Мими. Hello. Hello. Ой. Ты меня сейчас уронишь, Встречает нас два маленьких кресла, два окна, в которых я спину ободрал, ничего нового. И кухонный столик, холодильник, обязательно от Samsung, моя нравоучительная история. Потом расскажу, если захотите. Кухня, которую купили на день, которую бабушка должна была лечиться, отослали, блин, деньги. Мини-бар, ну как, окно для всякой мелочи. Вон там бар, кстати. Вот этот стол, блин, я его конфискую. Он стеклянный, он красивый, блин. Отражается еще. Здесь у нас ванна, которую мы раздолбали, потому что там снизу весь этот течет. Потолок. Блин, одна плитка 35 лари. 35 лари это 1000 рублей. Пипец. Это у нас что? Это газовая обогреватель, что ли? Ариксон. Не знаю, есть что это. Стиральная машина маленькая, бэка. Идем дальше. Выключаем свет. Он нам нафиг не нужен. Здесь выключаем свет. Включаем свет здесь. Блин, видите, разница недостроенная. Здесь тот же самый душ. И гардероб бабушки. Прикольненько. Ладно, идем дальше. Заходим мы в бабушкину комнату. Вот такая она. Большая кровать. Тумбочка. Кстати, что там? Лекарства всякие. А, ну косметика. Ну ничего нового. Окна. Красивый вид из окна. На туалет. И на гамак. Ладно, идем дальше. Кто там ломится? Чё ты ломишься? Ну пусть будет открытым. И гардероб. Так, выключаем свет, идем дальше. Кстати, вот в каждой комнате только вот по одной такой стене стоят. По одной розетке. Идем дальше. Идем в комнату моего отца. Туда лучше не заходи, потому что тут грязно кипит. И всем привет! Кстати, Майка, моя Азай Денис. Моя приходи. Чё ты за мной ходишь? Чё ты хочешь за мной, а? Чё он за мной ходит, а? Всем хай! Мака Лайф ТВ, все ссылки в описании, кстати. Компьютер не мой. Вот из этого дерьма я сделал Wi-Fi. И вот такой провод. Если он, кстати, соприкоснется, будет огромный бабах. Ладно. Ну и как всегда у меня под столом и бардак творится. Хаус-тур, да, хаус-тур. Компьютер, который сломан, блин, не починил. И мой рюкзак от Киливы. Не реклама, нафиг он нужен. Сразу убираться, да? И тут это есть, как его. Блин, пианино. Давайте сыграем. Ау, мои уши. Ладно, идем дальше. Проходим, идем в мою комнату. Это святая святых. Я только вчера делал перестановку. Но здесь розетка побольше. 1, 2, там 3, 4, 5, 6. Что это такое? Объясняю, что это такое?
Она не знает, она не понимает меня. Ну ладно. Кровать Маки, кровать Николаза. Моя тумбочка, которая сломана. Кстати, не могу ее починить. Надо как-нибудь заняться. Так, моя кровать самая большая здесь. Мой штатив, треножка. И самое главное. Микрофон и ноутбук. Ну, ноутбук старенький. Есть еще поновее, кстати. Так, открыть. Плюс. Алло. Здрасте. Всем здравствуйте. Угадайте, кто на связи. Я Вовка, теперь уже не Вовка. Уже не Вовка. Ну окей, все, иди к черту, мы тебя блокируем. Спасибо. Да, всегда до свидания. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Пару кликов и вперед, азай. Channel канал ждет особо, словно арсенал. Подписка Go, давай, давай. Тут пару кликов и вперед, азай. Channel канал ждет особо, словно арсенал. Подписка Go, давай, давай, давай. Поставим палец вверх. Тут спама нет, тут спама нет. В один момент тут лишь контент. В один момент тут лишь контент. Азай, channel, сила, бренд. Ты знаешь, что должен сделать.